В детском садике «Дюймовочка» состоялось торжественное мероприятие. В этом году дошкольное учреждение отметило свой 30-летний юбилей. В честь праздника в музыкальном зале с поздравлениями выступили воспитанники, а также сотрудники садов городского округа. На юбилее побывала и съемочная группа Тихоокеанского телевидения. Детский сад номер 12, известный больше как «Дюймовочка», отметил свой очередной юбилей. 30 лет его сотрудники с любовью и поддержкой воспитывают малышей нашего города. 27 педагогов каждый день в течение многих лет посвящают свою жизнь развитию подрастающего поколения. Мы хотим поздравить всех наших сотрудников, всех наших выпускников и наших детей с таким праздником. Ведь, наша работа, все, что мы посылаем в жизнь других людей, оно возвращается в нашу сторону. И сегодня я хочу пожелать каждому из нас капельку тепла, которая бы грела нас каждую минуту, несмотря ни на что. Свои поздравления представили те, кто большую часть времени проводит в стенах детского сада. Это воспитанники. Они подарили присутствующим праздничное выступление. Проходят годы, малыши взрослеют, становятся школьниками. Многие из выпускников работают учителями, воспитателями, врачами. Но самое главное, детский сад «Дюймовочка» продолжает зажигать новые звездочки и растит талантливых детей. Многие выпускники садика приводят в него своих детей и даже внуков. И, безусловно, праздничное мероприятие не обошлось без их поздравлений. И хочу сказать, как выпускница данного детского сада, огромное спасибо нашим дорогим воспитателям за то, что воспитали вы сначала нас. Уже мы стали мамами, воспитали наших детей, отдали им самое, все самое лучшее, дорогое, любовь, заботу, понимание. И хочу пожелать вам много-много здоровья, терпения и всех-всех благ. С поздравительной речью также выступили начальник управления образования Оксана Кушекова и председатель общественной организации профсоюза работников народного образования и науки Наталья Чмырь. Как мы умиляемся, когда мимо проходит малыш, это одно. А как из малыша сделать организованную личность, которая потом пойдет в школу, это огромный труд. И я это прекрасно понимаю, это понимают все. Поэтому низкий вам поклон от всех жителей нашего городского округа. Я вас поздравляю с таким юбилеем. И я считаю этот коллектив своей семьей. 20 лет уже мы вместе, и уже не один юбилей мы отметили. И сегодня очередной, я так думаю. Поздравляю ваш детский сад и вручаю вам маленький подарок – ламинатор. А в честь юбилея свои творческие номера показали не только сотрудники «Дюймовочки», но также коллективы детских садов «Фокино» и поселка Дунай. Нынче сада день рождения, где любой ребенок рад. Принимает же поздравления с юбилеем детский сад. Пусть подаренная радость вам вернется во сто крат, а печали и ненастья никогда не посетят. Зарплату повысят вам вдвое! Проверки будут не скоро. Вот чего мы хотим пожелать. За 30 лет образовательное учреждение получило множество наград и призов. В ходе торжественного мероприятия сотрудникам детского сада «Дюймовочка» вручили почетные грамоты и присвоили звания в различных номинациях. В своей работе педагогический коллектив пытается донести свою любовь, знания и умения ребятишкам. И на протяжении этих лет они продолжают дарить радость и заботу о своих родных и самые лучшие человеческие качества. Мы желаем счастья!